Алло, Анастасия? Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я представитель компании «Прямых продаж». Мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру на должность администратора интернет-магазина. У вас есть несколько минут для общения? То есть вы удаленную работу не рассматриваете? Вы рассматриваете работу по найму, чтобы вам несколько часов в день ходить на работу, работа офисная, да, вас интересует? А почему интернет-работа вас не устраивает? То есть 50 тысяч зарплата в месяц вы считаете фигней? А чем она, а где она работает конкретно? Вот в какой сфере она работает? Одежды вы имеете в виду, она занимается? Нет, у нас абсолютно другое направление, мы вас не приглашаем здесь продавать, у нас на продажах бизнес не строится. У нас продают сам интернет-магазин, наша задача создать поток людей в наш интернет-магазин за покупками. Люди сами делают покупки в нашем интернет-магазине, сами заказывают. Компания занимается доставкой, транспортировкой, бухгалтерией, абсолютно всем. Наша задача просто создать поток людей в интернет-магазин. Вы знаете, что из-за рекламы, в принципе, всегда платят хорошие деньги. Наша задача с вами просто людей туда правильно направить. Средства у нас личной гигиены, продукты для здорового питания, аксессуары, сумки, расчески, отвертки. То есть то, чем с вами люди пользуются постоянно, все это где-то покупают. Так вот, наша с вами задача просто людей туда направить, и компания платит очень хорошие деньги. Может, стоит все-таки узнать более подробную информацию? Скажите вашу электронную почту, я могу вам переслать полностью бизнес-предложение про нашу компанию. Посмотрите, ознакомитесь и уже тогда окончательно примите для себя решение. Электронная почта есть, да? Настя, у вас есть скайп? Может быть, скайп есть? Не проблема в наше время. А вы в Барнауле же находитесь, да, Настя? Я так же, как и в Барнауле нахожусь, сижу в декретном отпуске с ребенком и полгода работаю удаленно в интернете. И честно вам скажу, раньше также думала, что здесь на самом деле несерьезно, и в интернете, на самом деле, такая однодневная работа, но полгода уже в компании, и на сегодняшний день более 1000 партнеров находятся по России, по СНГ. И бизнес очень серьезно развивается в интернете. Как люди приобретают одежду без примерки на сегодняшний день, то такого рода продукцию они заказывают с удовольствием, делают это постоянно. Настя, давайте я вам сейчас отправлю тогда электронное письмо на вашу почту. Вы ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей информацией, посмотрите ролик вкратце про работу, про компанию, и тогда уже примите решение. Договорились? Угу. Всего доброго, до свидания. Ну вот, Насте позвонили. Так, Ахметова, Кать, смотри, там у тебя Настя, девочка есть. Сбрось ей сообщение, ну сбрось ей вкратце ролик для рекрутирования наш, рекламовский. Ну она, у нее, в общем, родственница в торговле, то есть она полгода занимается торговлей одежды, и она считает, что это все несерьезно. То есть есть категория людей, ну я знаю, да, кто сейчас продает по интернету. Вот, но там действительно, я сама там в этом бизнесе была, там действительно сладкого ничего нет, ты на себе абсолютно все везешь, и бухгалтерию, и транспортировку, доставку товара для людей, ну на самом деле. Вот, поэтому есть такие люди, которые очень скептически относятся. Наша задача все-таки людям шаблоны поменять. Сбрось ей короткий ролик, знаешь какой? Сейчас я тебе сброшу его в личку, у меня он вот он, интернет-магазин «Бизнес без вложений». Он такой коротенький, он более предметный. Так, сейчас я тебе сброшу. Я тебе сбросила этот ролик, ты тогда на электронную почту сбрось информацию вкратце и в обратную связь свой скайп обязательно, напиши ей, что мы готовы пообщаться по скайпу, да, ответить на все ваши вопросы. Можно еще, знаешь, сбросить этот ролик и можно сбросить еще ролик по начислению зарплаты Аленин. Сейчас я напишу, тоже тебе сброшу его, у меня вот YouTube открыт, у меня всегда YouTube открыт, ребят, очень удобно, я сейчас вообще как бы полностью все, что у меня наработано, есть в ссылках, все ролики, я сейчас их прям удаляю, все себе делаю на YouTube, и очень удобно, YouTube открываешь, у тебя плейлисты для рекрутирования, работа с возражениями, для там, инструкции и так далее, сейчас все сохраняю на YouTube, мне проще, вам нужна какая-то ссылка, я захожу на YouTube, сразу нашла, тут же ссылочку вам сбросила. Поэтому, ребят, я вам просто рекомендую сейчас начинать развивать свой канал, пока вы еще не так давно,
И, соответственно, еще не так много ссылок, которые можно перенести на площадку Ютуба. Так, все сбросила. Катя, я тебе еще инструменты для начисления зарплаты сбросила. Так, поехали дальше. Так, 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 так. Следующую находим вакансию. Барнаул, будущего исполнительная Настя. Угу. Следующая Ксения. Ищу работу на дому, рассмотрю различные предложения. Барнаул, Юлия. Угу. Звоним. Ксения. Угу. Девятьсот тринадцать. 262, 23, 39. Так, Ксения у нас недоступна. Едем дальше. Светлана. Работу дистрибьютора не предлагать. Ну, мы и не работу дистрибьютора будем предлагать, мы и будем работу предлагать другую, да? Мы же здесь не продаем, путает немножко она, 279. 22, 22. Алло. Алло, Светлана, здравствуйте. Меня зовут Надежда, я представитель компании, готов предложить вам вакансию администратора интернет-магазина товаров народного потребления. У вас есть несколько минут для общения? Через сколько вам можно перезвонить? Компания Oriflame у нас, но это не продажа по каталогу, это абсолютно новое направление. Угу. Хорошо. Смотрите, наша задача на сегодняшний день – создавать поток людей в интернет-магазин за покупками. Наша задача – привлекать покупателей в наш интернет-магазин. Люди совершают покупки продукции постоянно, так как продукция у нас напрямую от производителя, и продукция наша на сегодняшний день пользуется большой популярностью. Вы уже понимаете, да, что бренд очень раскрученный, на сегодняшний день бренд наш знают очень многие, не нужно его продавать, наша задача просто направить людей за покупками именно в наш интернет-магазин. Соответственно, люди совершают покупки сегодня, завтра, через несколько месяцев, через год, и вы всегда от покупок наших людей будете получать доходы. Причем доходы будете получать постоянно растущие. Чем больше будет покупок в вашем интернет-магазине, тем больше людей, тем больше будут ваши доходы. Для оформления в нашу компанию нужны персональные данные. Мы оформим вас в компании, вам откроются доступы. У вас будет свой личный кабинет на сайте компании. Далее. Вы пройдете обучение, оно абсолютно все бесплатное. Да, 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 оно абсолютно все бесплатное обучение, пошаговое. У нас есть коуч-сайт для обучения, у нас есть командный скачат, у нас круглосуточная поддержка со стороны команды, вы сможете ее получать в любое время. И мы будем, естественно, помогать вам развивать ваш интернет-магазин. Мы заинтересованы в этом. Поэтому на сегодняшний день очень активно развивается как раз таки это направление в интернете. Потому что на сегодняшний день, скажем так, многие люди в интернете пытаются построить свой бизнес, потому что это без вложений, это не работа по найму. Здесь вы уже самостоятельно принимаете решение, когда вам работать, когда вам отдыхать, когда время с семьей, с детьми проводить и так далее. Угу. Угу. Да, да, да. Да, да, Светлана, конечно, конечно. Электронную почту можете? А, так, есть. Угу.
Светлана, давайте так договоримся тогда. Вы тогда сейчас с ребенком решите, да, во все вопросики. Тогда наберите мне, мы с вами тогда продолжим разговор и договоримся, как можно будет с вами встретиться. Да, без проблем можно будет в Барнауле встретиться, пообщаться. Да, конечно, с удовольствием. Все, жду звонка. Угу, до свидания. Так, ну вот, Света тут заинтересовалась. Возможно, будет у нас встреча с ней. Так, 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 ага, как слышно меня? Ребят, скажите, как меня слышно? Если слышно. Слышно, да? Здорово. То есть, видите, я ушла, в принципе, от шаблона, потому что я шаблон сразу глазами потеряла. И, соответственно, начала общаться просто как вот по умолчанию, по-моему, да? Общаешься, 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 и вот, в принципе, пообщались немножко, да? Человек, когда идет на связь, когда идет на, как бы на встречу, разговор завязывается без проблем. Так, сейчас поедем дальше, да? Пойдем обзванивать следующих наших кандидатов. Так, сейчас будем звонить Ксении. Смотрю, мне смс-ка пришла, что абонент снова доступный. Алло, Ксения, здравствуйте. Меня зовут Надежда, я представитель компании прямых продаж. Готова предложить вам вакансию администратора интернет-магазина товаров народного потребления. Есть несколько минут для общения? Угу. Удобно сейчас говорить, да? Ксения, смотрите, компания прямых продаж запустила онлайн-направление в интернете. Открывать сеть магазинов товаров народного потребления по России и по СНГ. У нас в магазине средства личной гигиены, продукция для здорового питания, аксессуары, сумки, расчески, отвертки. То есть то, чем мы с вами пользуемся ежедневно, все мы это где-то покупаем. И детская одежда у нас есть и так далее. То есть наша задача создавать поток людей в наш интернет-магазин за покупками. Цены у нас дешевле, чем в обычных розничных магазинах, продукция сертифицированная. И она дешевле, так как в стоимость продукции не закладывается ни зарплата сотрудников, ни технический персонал. То есть продукция в интернете всегда дешевле. Наверняка вы с этим сталкивались, что многие сейчас пытаются в интернете приобрести одежду, заказывают себе бытовую технику, электронику, все подряд. В общем-то, и наша компания исключение, на сегодняшний день развивает вот именно интернет-магазины. Чем больше покупок будет совершено в вашем интернет-магазине, тем больше будет ваш доход. Раньше нашу компанию воспринимали как компанию, которая продает свою продукцию только по каталогам, но сейчас 21 век на дворе, да, и многие люди предпочитают совершать покупки в интернете. О компании. Компания очень известная, да, это шведская компания Oriflame, но не продажи по каталогу, да, это именно развитие интернет-магазинов. Мы заинтересованы на сегодняшний день в сотрудниках, в партнерах, которые будут на сегодняшний день удаленно в интернете, абсолютно без вложений, развивать интернет-магазин компании Oriflame. Готовы себя попробовать в этом направлении? А что смущает, Ксения? Интернет-магазин на сегодняшний день, я вас уверяю, пользуется очень большой популярностью. У нас тысячи людей ежедневно совершают покупки. Самое главное, просто людям правильно подать информацию. Люди же везде, люди моются. Согласитесь с тем, что в любой кризис люди не прекращали мыть голову и зубы чистить. А у нас продукция, она в отличие от другой, на сегодняшний день дешевле и она сертифицированная. Поэтому я вас уверяю, однозначно идет у нас товарооборот, идет очень быстро. Я сама, Ксения, работаю полгода в компании, я мамочка в декрете. На сегодняшний день я директор в открытой квалификации. То есть у нас есть возможность карьерно расти. Сначала вы будете консультантом, дальше менеджером, дальше по мере роста директором. И пока вы обучаетесь, мы будем помогать наполнять ваш интернет-магазин покупателями и партнерами. То есть вы можете сейчас просто оформиться. Мы откроем вам абсолютно все доступы. У нас бесплатное обучение, оно все пошаговое.
И пока вы будете обучаться, уже сможете отследить рост вашего товарооборота и рост команды в интернет-магазине. У вас вообще доступ в интернет есть, Ксения? Ага, все поняла. Тогда скажите, когда вам удобно позвонить, когда вас выпишут, чтобы с вами можно было связаться. Я просто сама с Барнаула, Ксения, мы можем даже с вами встретиться и вот более предметно пообщаться по, именно по бизнесу. Вас, а где живете, Ксения, в каком регионе, в районе здесь, в городе? Черемушкин, в принципе, недалеко. А учитесь или работаете, Ксения? В декрете? Вот, я тоже в декрете. Ксения, скайп есть у вас? Да это не страшно, если даже и мужа, в принципе, по скайпу можно будет тогда созвониться, либо я могу с вами встретиться, подъехать. У меня ребенок маленький, но у меня муж с ним часто находится, поэтому я на сегодняшний день, вот развивая свой бизнес, и честно вам скажу, за полгода сама не ожидала, что настолько изменится рост дохода. Если раньше, в начале, когда я только оформилась в компанию, самой были, ну, скажем так, стереотипы какие-то, шаблоны, да, в голове, что компания очень известная, вроде бы и делать уже здесь нечего. Многие, да, уже в этой компании были. Но, как оказалось, на самом деле, с удовольствием люди сейчас в интернете оформляются, потому что многие вообще заинтересованы, прежде всего, в дополнительном заработке, сами понимаете, кризис на дворе, и люди, многие без работы оказались. И многие просто пытаются приобрести продукцию в интернете, потому что экономит время, люди не ходят по магазинам, особенно актуально для крупных городов. И вот на сегодняшний день уже более, ну, там около 1000 партнеров у меня сейчас в моей команде. Это люди по России, по СНГ, есть Беларусь активно работающие, есть люди на Украине, в Казахстане. Поэтому, честно скажу, Ксения, сама не ожидала, что так настолько быстро сможет здесь развиться в интернете бизнес. Тем более это не требует никаких определенных навыков, времени, не времени, вернее, а никаких образований, да, дополнительных. То есть всему можно научиться абсолютно с нуля в нашем, вот сейчас в нашем бизнесе. У нас полностью готовая пошаговая бизнес-система. Так, я тогда вас не буду сейчас грузить. 26 сегодня, четверг, вам в понедельник позвонить, да? Все, Ксения, тогда ваш номер телефончика сейчас запишу, мы с вами в понедельник свяжемся, договорились? Все, все, рада знакомства, до свидания. Ну вот, еще с одной девочкой приятно поговорили. Так, сейчас я себе запишу. Контакт ее мне надо записать. Так, девочки, погодьте, секундочку. Так, партнер мой пришел здесь вот. Сейчас я запишу. Так, Ксения в больнице лежит с ребенком. Так. Ага, вот она, Ксения. 913-262-23-39. Понедельник. Позвонить. Скажи, если кто-то не видит, что мы здесь бизнес развиваем вместе, то вот, скажи, посмотрите на нас, какие мы, скажи, маленькие партнеры. Где тут мои девчонки? Вот, поглядите. Видели партнера? Скажи, привет, привет, девчонки. Скажи, привет, привет. Эй, Дима. Привет, привет. Скажи, девчонки, привет, привет. На. Все, партнера отправляем. Иди, так, поехали дальше, да? Тоже такой же на руках сидит. Давайте дальше поехали.
Так, Ксению мы прозвонили, Светлану мы прозвонили. Сейчас мы будем звонить Светлане. Девятьсот тринадцать, 228, 27, 92. Светлана, здравствуйте, меня зовут Надежда, представитель компании, готова предложить вам вакансию администратора интернет-магазина товаров народного потребления. Есть несколько минут для общения? Уже нашли работу, да? Ладно, всего доброго, до свидания. Ну вот, уже девочка работу нашла. Не вовремя позвонили. Ну ничего, и такое бывает. Так, дальше поехали. Так, вот Алена, седьмой вариант у нас. Девятьсот тринадцать, 222, 99, 54. Девятку пропустила. 913, 222, 99, 54. Так, поехали. Алена. Самое главное, что она стрессоустойчивая. Написано у нее. Алло, Алена? Алена, здравствуйте, меня зовут Надежда, представитель компании, готова предложить вам вакансию администратора интернет-магазина. Рассматривайте еще варианты. Здорово, есть несколько минут для общения, верно? Алена, вы сейчас работаете, учитесь, сколько времени свободного есть для работы? Все свободно. А, на полный рабочий день, здорово. Сколько лет вам сейчас и какое образование у вас? То есть уже закончили, да, какое-то среднее образование уже? Здорово. Алена, смотрите, компания прямых продаж запустила онлайн-направление в интернете, открывает сеть магазинов товаров народного потребления по России и по СНГ. А у нас в магазине средства личной гигиены, продукты для здорового питания, аксессуары, сумки, расчески, детская одежда. То есть очень много продуктов, 1500 наименований и более, которые все всегда где-то покупают, да? Наша задача создать поток людей в наш интернет-магазин за покупками. Цены у нас дешевле, чем в обычных розничных магазинах, так как стоимость продукции не закладывает ни технический персонал, ни зарплата сотрудников, да, так как у нас продавцов же нет в магазинах, все через интернет. Соответственно, люди сами заказывают в интернете, сами выбирают для себя нужную продукцию, сами же ее забирают, то есть вы для этого не нужны, да, для этого, на это все берет на себя компания. Доставку, транспортировку, логистику, всевозможные промоушены, там два берешь, третий в подарок, то есть всевозможные акции, которые помогают делать большие товарообороты. Наша задача на сегодняшний день создавать именно поток людей. Как людей приглашать в интернет-магазин за покупками, для этого есть бесплатное пошаговое обучение. Оно абсолютно берет все на себя компания. То есть вы можете пройти обучение бесплатно. У нас есть командный коуч-сайт для обучения, в раздел для новичка, а дальше раздел партнер, дальше по мере вашего роста открывается раздел директорский. У нас есть возможность карьерно расти в компании. И у нас есть вебинары 4-5 раз в день в режиме реального времени. Вы можете заходить по ссылкам в интернете. У вас вообще есть доступ к интернету? И есть, да, дома есть компьютер? Есть. Интернет скоростной, да, ли? Нормально работает. Вот смотрите, можно проходить обучение, смотреть, как на сегодняшний день в интернете абсолютно удаленно
без всевозможных вложений, без всевозможных продаж делать большие товарообороты, как создавать, и для этого мы вас научим. Интересно поработать в этом направлении? Можно попробовать, здорово. Смотрите про компанию. Компания у нас очень известная, компания с мировым именем, работает 47 лет на рынке в 68 странах. Мы активно развиваемся в России, в СНГ. Если раньше компанию многие воспринимали как компанию, работающую по каталогам, продающую по каталогам, то на сегодняшний день это не актуально. Компания уходит от этого метода и развивает именно интернет-магазины. Мы вам предлагаем, естественно, да, работать в компании-партнерстве, и, соответственно, после вашего оформления вам открывается интернет-магазин, и пока вы проходите обучение, мы уже помогаем вам его наполнять покупателями. Покупателями вы сможете, естественно, видеть, отследить в своем интернет-магазине, как уже будут люди совершать покупки. Конечно, не все сразу, да, не по щелчку пальца, все, естественно, постепенно, но, тем не менее, товарообороты растут очень быстро, растут быстрыми темпами. Вы же в Барнауле находитесь? Я также, как вы, нахожусь в Барнауле, в декретном отпуске, полгода работаю в этой компании. На сегодняшний день я директор в открытой квалификации, то есть на сегодняшний день в моем интернет-магазине около 1000 партнеров и покупателей, которые на сегодняшний день активно работают, ну, партнеры, естественно, и развивают также интернет-магазины удаленно, абсолютно без вложений. А компания все-таки, да, компания известная, это шведская компания Reflame, возможно, слышали о такой, и, возможно, был опыт какой-то. Был такой опыт? Ну, вы его не, а в Reflame не работали. Ну, я поняла, то есть у вас был опыт сетевого бизнеса, ну, дело в том, что в Эйвоне там основной акцент на продаже идет, и там доходы основные от продаж. Здесь нет, здесь акцент именно на создании потребительской сети, люди сами покупают сейчас все в интернете, и одежду покупают, наверняка сталкивались с этим, да, что многие сейчас в интернете стараются все и одеться, и обуться, потому что это дешевле в продукте у нас. Дешевле, и люди экономят свое личное время. Особенно сейчас актуально это для крупных городов, где походы по магазинам занимают целое путешествие. Вот, поэтому, Алён, давайте тогда так договоримся. У вас есть вообще страница в соцсетях, либо Skype, куда мне можно вам забросить всю информацию для того, чтобы пройти оформление в компанию и уже начинать проходить обучение? Так, а ВКонтакте как вас найти? Тороженко. Угу. А скайп есть у вас, Алён? Ну, скайп установим. Тогда смотрите, Алён, мы сейчас вам ВКонтакте сбросим ссылку для оформления в компанию, вы ее заполняете, мы открываем вам все доступы, приглашаем вас на вход читать для обучения и сбрасываем инструкцию, как сделать сайт. Ой, не сайт, а скайп. Как зарегистрировать свой скайп? Почему скайп нужен? Для того, чтобы вам участвовать в командных скайп-чатах. Дело в том, что у нас командное общение, у нас очень много партнеров на сегодняшний день по России, по СНГ, и вы сможете видеть всю переписку, задавать вопросы, спрашивать, что непонятно. То есть все через скайп, это очень удобно на сегодняшний день. Сами убедитесь в этом, после того, как себе его сделаете. Там сложно, просто загрузите программку, и она у вас установится на компьютер. Логин себе установите, и далее уже нам сбросите, мы вас найдем в скайпе, и уже здесь сможем общаться через скайп. Договорились ли? Все, тогда ждите от нас сообщения ВКонтакте, и дальше по шагам мы вас уже запустим в бизнес. Спасибо, до свидания. Ю-ху! Ну вот. Алена Стороженко. Так, Катюха, партнера тебе нашла. Сейчас скажу. Так, Алена Стороженко, 913-222-99-54. Так, смотри, Кать, тебе надо найти ее ВКонтакте, Алена Стороженко, Барнаул. Либо номер телефона записывай, и уже сама ей звони и говори там дальше. То есть девочка абсолютно адекватная, лояльная, прям общительная. То есть вот можно будет с ней тогда уже выходить на активацию. У нее там электронная почта, кстати, была. Знаешь, номером каким ты мне ее сбросила? Она номером идет, электронную почту можно ей сбросить, ссылку для оформления в компанию. Так, скажу. Алена, седьмой номер, у которой 9954, которая стрессоустойчива. Угу.
Так. Все, девчонки. Кто хочет попробовать также позвонить? Кто настроился позвонить? Сложно? Я вот сейчас прозвонила, сколько людей? Чего молчите? Боитесь? Ал, ну ты у нас, давай, я думаю, ты у нас бойскаут. Легко, но... А кого но-то? Ну, позвонила, ну что, тебе палкой огреют, что ли? Ну да, да, нет, нет, до свидания. Ну что такого-то? Это сложно, вообще ничего нет, девчонки. Ну посмотрите, я звоню же, я звоню сегодня первый раз. Вот я тоже по резюме сроду не обзванивала. Ну было там несколько раз когда-то, там уже толком и не помню, да. Времени особенно не хватает. Просто сегодня я уже вижу, что Алла вопрос этот подняла по поводу обзвона, что вроде как человек настроен. Но надо же поддержать человека. Надо найти людей, которые так же, как Алла, возьмут на себя инициативу взрослого метода и начнут работать именно так. Вер, так это, понимаешь, это настолько просто, что потом ты не захочешь никому ничего писать, подбирать слова, думать, что правильно написать. Здесь позвонил, поговорил, трубку положил и взял, позвонил следующему. То есть намного все проще, нежели находить людей для того, чтобы им что-то там написать. Весь день потратить времени, писать, найти людей, которые просто напишут, да, мне интересно, расскажите мне подробно. Это надо сколько перелопатить всего, да, сколько нужно работы проделать, чтобы найти людей, которым вы просто начнете писать, неизвестно, они вам ответят, не ответят, согласятся, не согласятся. Здесь все намного проще. Открыли резюме свеженькие и скорее по ним начали звонить. 10 звонков сделали, 1-2 регистрации. Ну что, разве плохая статистика, что ли? 10 звонков сделать, и у вас уйдет, девчонки, ну вот реально, ну меньше часа. Потому что вы сразу по телефону уже чувствуете человека настрой. И не надо даже его на скайп выводить. Смысл выводить человека на скайп, вот эти все телодвижения делать, если в итоге он сольется, и вы столько времени потратите, убьете для того, чтобы он просто этот скайп установил. Чтобы ему вообще убедить его и доказать, что ему этот скайп нужно установить. Зачем? Если этот человек потом вообще и в помине не будет с вами работать. Вот по телефону позвонили. Мне кажется, даже проще. Ну, тут вопрос просто денег, да, у кого как по тарифу. Ну, звоните по местным резюме. Я считаю, что надо работать, искать основных партнеров, тем более партнеров ключевых в своем окружении. С ними нужно будет чаще встречаться и чаще созваниваться. И вот как раз работая со своими местными вот контактами, с местными резюме, мне кажется, наиболее правильнее. Кто будет звонить следующий? Через вебинарную комнату. Ладно, через вебинарную комнату не будете. А так начнем, да? Так, ну давайте тогда еще парочку прозвоним. Так, 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 так. Стрессоустойчивая, идти мне предлагает Анастасия, ответственная, порядочная, коммуникабельная девушка, знание, знание ПК на уровне уверенного пользователя, знание интернет-программ Microsoft Office. Нахожусь в декретном отпуске, ищу работу на 1-2 часа в день, вторая половина. Работа желательно в Ленинском районе или удаленная. Работала в банке «Авангард». О, моя коллега. Мне сегодня сообщили, что Райффайзенбанк в Барнауле закрывается. Девочка знакомая написала в одноклассниках, что выходить ей некуда уже на работу. То есть она сейчас в декретном отпуске и...
Так, сейчас, девочки мои. Так, сейчас будем звонить Анастасии. 8 983 547 53 64. Трубку не берет. Все, молодец. То есть ты нашла Староженко, да? Алену. Так. Да, Женя, у нас здесь мастер-класс. Я звоню по телефонам по резюме. И вот уже двух людей нашла, которые уже хотят работать в компании. Так, звоним следующему. Так, недоступна была у нас Настя. 8 980. 3 547 53 64. Угу. Так, звоним следующему. Виктория, Барнаул, ищу работу на дому, либо неполную занятость, работу разного характера, рассмотрю разные предложения по работе с компьютером, администратором сайта, что-то подобное. Угу. Виктория, ну, нам подходящая. Кандидатура 913-028-7506. Алло, Виктория? Виктория, здравствуйте, меня зовут Надежда, представитель компании. Готова вам предложить вакансию администратора интернет-магазина. Есть у вас несколько минут для общения? Есть, да, вы сейчас работаете, учитесь. Сколько времени свободно вы можете посвятить работе? А то есть сейчас в декретном отпуске, да? Здорово, так же, как я, также работаю вот сейчас удаленно. И есть возможность на сегодняшний день предложить вам вакансию. Смотрите, компания прямых продаж запустила онлайн-направление в интернете и открывает сеть магазинов товаров народного потребления по России и по СНГ. В нашем интернет-магазине аксессуары, сумки, расчески, отвертки, детская одежда, продукция для здорового питания, витамины, аксессуары. Ну, большой очень спектр, 1500 номинований. Наша задача – создавать поток людей в интернет-магазин за покупками. Наверняка вы столкнулись с тем, что многие люди сейчас приобретают для себя в интернете, начиная от одежды, заканчивая бытовой техникой. Есть такой опыт? Что-то себе приобретали уже? Ну, видели все равно, да, что многие сейчас приобретают. Интернет-магазины сейчас развиваются очень-очень активно. Вот наша компания не исключение, у нас средства очень пользуются хорошей популярностью, бренд известный, и продукты дешевле, чем в обычных розничных магазинах. Продукция абсолютно вся сертифицирована, идет напрямую от производителя, поэтому продукция дешевле.
И многие сейчас приобретают продукцию только потому, что это экономит их личное время, мы не ходим по магазинам, особенно актуально для крупных городов. Так вот, мы готовы вам предложить партнерские отношения с нашей компанией и открыть вам интернет-магазин без вложений, то есть вам не нужно покупать продукцию для того, чтобы ее продавать, нет. Это все берет на себя абсолютно компания, бухгалтерию, транспортировку продукции, доставку до конечного потребителя и так далее, и так далее, и так далее. Ваша задача просто создать поток людей в интернет-магазин за покупками. Где и как это делать, для этого есть бесплатное пошаговое обучение, которое мы готовы вам предоставить. Интересно поработать в этом направлении? А почему? Почему? Мне просто вот интересно, почему не мое? Мне просто сейчас, вот я работала вообще по найму до этого бизнеса, я работала по найму в банке, в банковской сфере, вообще тоже с Барнаула, и сейчас я говорю, что это не мое. То есть возвращаться на наемную работу, это не мое. Вот здесь это мое, когда здесь начальника нет, будильника нет, да, и я сама принимаю решение, когда мне работать, когда время проводить с детьми, я, у меня двое деточек. Поэтому вот мне кажется, что все-таки, если вы не знаете просто всех подробностей, поэтому вы и смущаетесь, поэтому какие-то вот вопросики есть. Может, все-таки более подробно рассказать вам про возможности дохода? От доходов, да, какие доходы? Смотрите, смотрите, Виктория, я в компании работаю полгода, и естественно, что компания не платит от переписи населения. Можно 1000 человек подписать в интернет-магазин, они ничего делать не будут, не будут покупать. Но когда они покупают продукт, идет товарооборот. Так вот, мы как раз получаем доходы от созданного товарооборота. Вот на сегодняшний день товарооборот моего интернет-магазина более 300 тысяч рублей. То есть, сами понимаете, да, за полгода я развила свой интернет-магазин до такого товарооборота. Я получаю товарооборота 30 тысяч на сегодняшний день, еще премию начала получать от компании. Получала 50, 100, 200, за прошлые 3 недели я получила $300 премии. То есть, доходы мои составили уже около 50 тысяч рублей. Дальше только больше, потому что растет товарооборот, естественно, растет и доход. Не просто вам говорю сейчас вот какие-то байки про кого-то, а говорю конкретно про себя, про свой результат. Хотя я, так же, как вы, в декретном отпуске работаю только удаленно, работаю только в интернете, абсолютно без продаж, не продавая по каталогу ничего. То есть на сегодняшний день достаточно правильно работать по готовой бизнес-системе и развивать свой интернет-магазин. Привлекаем, да? Ну, конечно же, обучение много дает, да, я сейчас подробности не буду, скажу только в двух словах, что люди везде, есть социальные сети, доски объявлений, теплый рынок, сами понимаете, соцсетей у нас тысячи, да, наша задача создавать поток людей на собеседование, наша задача с вами предлагать людям работу, естественно, что у нас есть от всех людей, которые просто остаются покупателями продукции, люди же везде, да, люди моются, зубы чистят, и в любой кризис люди нас не прекращали этого делать. Можно, конечно же, делать акцент только на создание потребительской сети, приглашать только покупателей, но честно вам скажу, что не все, конечно же, останутся потом покупать нашу продукцию, да, кто-то будет покупать, кто-то уйдет, поэтому акцент все-таки это приглашать людей на сегодняшний день именно зарабатывать в наш бизнес. Люди, которые хотят зарабатывать, они где будут приобретать продукцию? Конечно же, у себя, в своем интернет-магазине. Продукция дешевле, продукция качественная. Вы сейчас любой бизнес откроете, откроете магазин конфет. Где будете конфеты покупать? Конечно же, у себя. Вы же не будете покупать, ходить ириски в соседнем магазине. Здесь то же самое. Где будете мыло покупать, гели для душа, шампуни? Конечно же, у себя. На этом и растет товарооборот. Вот. И, конечно же, потребительская сеть партнерская, она более стабильная. Но честно вам скажу, что из 1000 человек, которые сейчас у меня есть, вот, регистрации, 30% только партнеры, остальные все потребители. То есть люди просто остаются, многие здесь потребителями и не развивают бизнес, а именно становятся лояльными покупателями продукции. То есть наша задача давать информацию людям о двух направлениях. Можно стать партнером компании, можно просто покупать для себя. То есть люди делают вывод, ну, выбор, да, в пользу того или иного направления. Мне вы интересны как партнер. Я готова вам рассказать про бизнес, как можно сейчас зарабатывать. Вот. Но есть люди, которые говорят, я бы хотела все-таки покупать продукцию, мне так удобней. Особенно актуально, говорю, для крупных городов, потому что вот Москва, Питер, там Новосибирск, очень люди сейчас активно покупают в интернет-магазины. А вы в соцсетях есть, Виктория? В соцсетях есть? Скажите, как вас найти? Я бы вам просто роликов сбросила несколько. Вот именно про нашу систему, про наш бизнес, коротенький. Вы бы посмотрели.
Так, давайте вы мне электронную почту сбросите, потому что, уверяю, на телефон вы мне страницу на соцсети точно сбросите. Вот, а электронку сбросить, я тогда вам на электронку сброшу информацию. Вы посмотрите тогда. Вот, посмотрите. Хорошо, Виктория? Все, жду от вас тогда сейчас электронную почту. Рада знакомству. До свидания. Так, ну вот, Виктория у нас еще заинтересовалась. Если сбросит, конечно же. Ну, не сбросит, так не сбросит. Так. Так, ну что, девчонки, меня слышно? Слышно, да? Что, поняла, Ал, как вот принцип, да? То же самое, что на собеседовании, я говорю, абсолютно то же самое. Самое главное просто понять, чтобы человеку было интересно. Я вот сейчас, смотрите, начала работать по шаблону, который я вам отправляла, да? Только смотрите, вот этот шаблон, маленько нужно все-таки немножечко изменить. Не нужно говорить, что вначале это магазин товаров народного потребления. Делаем так. Добрый день, меня зовут Надежда. Я представитель компании прямых продаж, можно просто компании. Готова предложить вам вакансию администратора интернет-магазина. Можно менеджера интернет-магазина, можно консультанта, то есть на ваше усмотрение, без всяких товаров народного потребления, это можно пропустить и выяснить, есть ли у вас несколько минут для общения. То есть вы сразу поймете, расположен человек к вам или нет. Если он скажет, да, давайте, я готов, то есть вот у меня сейчас, да, такая практика. То есть люди открыты, люди готовы уже общаться. Если человек говорит, нет, мне это не интересно, там я вообще работаю еще не в интернете, ну что-то подобное, да, тогда, конечно, смысл человеку себя навяливать, если можно найти человека, который вас выслушает и который с вами пообщается. Поэтому смотрим на ситуацию, да, корону одеваем обязательно, обязательно корону одеваем. И начали звонить с позиции работодателя. Не с позиции подчиненного, а вы тут ищете себе неизвестно кого. Да, вы ищете себе команду, вы ищете себе партнеров, вы собираете себе, вы даете людям возможность, тем более сейчас люди многие работу ищут. Они через полгода будут также искать, а вы будете уже на уровне другом, в новом звании, с новой зарплатой и так далее. Если будут спрашивать. Если будут сразу спрашивать, что за компания прямых продаж. Компания прямых продаж может сказать, что проект продвижения в начале. Вер. Проект продвижения, а потом уже можно уже ближе к теме, да, сказать, что это Oriflame. Можно так, в начале. Если будут спрашивать, проект продвижения. Выслушать все равно. Самое главное, идею бизнеса, чтобы человек поймал. Если идею бизнеса поймает, если поймет, что да, действительно, в интернете на сегодняшний день можно, не продавая, строить потребительскую сеть, то, конечно же, этот человек потом не так испугается, что это Орифлейм. Но вот одна барышня сказала, что ей уже звонили и предлагали подобную работу. То есть, ребят, не мы одни такие с вами начали звонить. Люди давным-давно уже, видать, это делают. И то, что мы сидим с вами до сих пор, пытаемся людей шаблонами напугать, уверяю вас, пора это дело бросать. Если хотите строить бизнес быстрый и серьезный, начинаем обзванивать и общаться с людьми по телефону. Страшного в этом абсолютно ничего нет. Я вот при вас сейчас звонила и не сидела здесь, не дрожала. Общайтесь, как со мной общаетесь, как с кем-то общаетесь. Люди абсолютно адекватные. Алена, тебя уже заблокировала? Ну ладно, бывает и такое, не страшно. Это которая Стороженко? Так, все, ребят, у меня тут ребеночек кушать просит. Сейчас заканчиваем с вами мастер-класс. В принципе, и так звонков достаточно. Я думаю, понятно, как и что происходит в этом направлении. Отрабатываем дальше сами. Все, всем спасибо, пока-пока.